Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья, и это разоблачение фейков PUBG, 63-й выпуск, который, к сожалению, будет последним. Да, ребят, как бы грустно это ни было, но увидимся мы с вами только через год. Да-да, такой вот я шутник. Для тех, кто здесь впервые, в этой рубрике мы проверяем и разоблачаем странные видео по PUBG со всего интернета. Пытаемся понять, фейк они или же нет, и показываем вам. Сегодня будет большой и сочный выпуск, так что устраивайтесь поудобнее, наливайте самый вкусный чаек и успейте поучаствовать в последнем розыгрыше. Разыгрываю я, как обычно, или 300 UC, или 500 G-коинов, смотря где вы играете. И все, что нужно сделать, это подписаться и написать любой интересный комментарий, желательно с идеей для экспериментов. И все, вы участвуете. Победителю я отвечу на комментарии в начале января под этим видео, так что проверяйте уведомления. А под прошлым видео победил вот этот остроумный парень. А мы начинаем. Первое на сегодня видео, конечно же, из ПК PUBG, которым прямо сейчас посмотрим. На видео чувак с косичками делает настоящий фитиль. Выкладывает просто сотни канистр в ряд, поджигает их панцерфаустом, и эта нить начинает гореть. Как только она доходит до верха, где лежат мутики, все это вспыхивает, и из мотоциклов получается огромный фейерверк. Что-то похожее мы проверяли с вулканом, но раз уж в комментариях настоящий бунт, а на носу Новый год, то погнали проверим. А где это место было-то? Где-то вот справа, вон там, где такая земля красная какая-то. Черная, но чернозем, Краснодарский край. Да-да-да, вон Краснодарский край. Давай я ближе к Вальдельмару пойду, а ты там подальше, может. Давай поищем. А, ну слушай, вот походу это место и есть. А, ну да, да, это оно и есть. Только у них видео. Кешка доехать. Только у них видео почему-то отзеркаленное. Вот, смотри. Оно? Нет. Там как черная земля была. Не, тут мотоциклы стояли, а вон снизу черная земля, где фитиль шел. Снизу. А, ну, возможно, да. Ну все туда. Давай. Ну тут побольше так, наставляй. Мы же мотоцикл накидаем. Хорошо. Нормально, думаю. Я тоже думаю нормально. Давай-то эту тропиночку делать такую. Дорожку. Ская тропа. Да. Так, ну ее надо вот здесь прям вести. Вот. Вот смотри, где я. Да вот смотри, вот сюда давай увидим. Да нет, ты там упадешь, подскользнешься, ногу вывернешься. Да ничего не подскользну, что ты прикалываешь. Упаду с этой жопы. Нормально, вот здесь вот. Да-да-да, работа грузчиком 10 тысяч рублей. Клади плитку, давай-давай, клади. Давай-давай, вот она. Так ты что-то, по-моему, промахиваешься чуть-чуть. Давай на меня поворачивай. Ну, потом золотаем. Не-не-не, ты сразу на меня давай, а то сейчас это, криво. Так, ну что, все? Ну вроде да, сейчас чуть-чуть подлатаем, тут микродыры какие-то. Да-да-да, давай. Мы подлатали микродыры, все перепроверили и перешли к следующему этапу. Все, я наваливаю мотоциклы. Давай. У меня уже 40 FPS на моей чудо-видеокарте. Ну все, тут уже вот максимальное количество мотиков. Сейчас давай еще чуть-чуть, я понаваливаю канистр. Чтоб наверняка. Так, все, теперь я иду снизу, разливаю. И запускаем? Запускаем! Запускаем! Ты мне скажи, ты готов, самое главное, Артем? Нет. Ну готовься тогда пока. Ну ладно. Итак, я разлил бензин, и давайте начинать. Все, запускаю, Артем. Давай. Итак. Пошел у нас фитилек. Ой, как пролагивает. Блин, ну красиво, красиво. 38 FPS, всем спасибо, всем пока. Слушай, реально так горит, как фитиль. Самое главное. Жопу сбила мою. Ой, ну она, смотри, посмочнее, ёпс, туда, и там еще разлетелись. Ёкарный бабай. Они у нас не одновременно, но тоже смачно взорвались. Короче, что, не фейк? Египетская сила. Конечно же, это не фейк, только вам понадобится спавнер. Потому что без него построить такой фитиль и навалить кучу мотоциклов вряд ли получится. Идем дальше. Для того, чтобы играть в PUBG, причем хоть в мобильный, хоть в ПКшный, нужен хороший, нет, даже отличный интернет. Если вы задумывались о том, чтобы обновить свой роутер, у TP-Link как раз вышла новая модель. Это Archer AX73, роутер с поддержкой новейшего 6-го поколения Wi-Fi. С новым поколением возросла скорость передачи, что позволяет одновременно смотреть потоковые видео, скачивать файлы и играть онлайн. А благодаря мощному модулю FIM, 6 антеннам и технологии Beamforming, роутер обеспечит стабильное подключение по всей квартире.
4. И что самое интересное, сможет подключить свыше 200 устройств. Но это на случай, если у вас суперумный дом или большая семья. И чтобы в таком случае роутер не грелся, дизайну предусмотрено множество отверстий, улучшающих распределение тепла. Но технология TP-Link Home Shield надежно защитит от хитрых соседей и даже DDoS-атак. И все это по очень даже демократичной цене. Поэтому обязательно переходите по ссылочке в описании, узнавайте подробнее и обновляйтесь. А мы продолжаем. Второе видео на сегодня из PUBG Mobile, которое нам присылали, ну, очень часто. Давайте его посмотрим. На нем парень показывает читерский баг. Он залезает на препятствие, дико лагает от лица врага, но при этом, когда стреляет, попадает четко в цель. Если это не читы, а реальный баг, то все очень печально. Поэтому давайте отправимся на склад и проверим все сами. Но сначала бесценное мнение Артема. Скриптонит. Получается. Да. Получается так. Павлодар. Ну и что это за говно мобильное очередное? Ну, типа вот такой вот манс получается, читерский. Как так делать? Вот сейчас будем разбираться. А, я понял, как это делать. Я тебе сейчас с первого раза это покажу. Да? Ну, пойдем. Я думаю, это не фейк, если что. Да, я эксперт в говне уже полный. Ну, пойдем. Говняный эксперт. Чё? Так. Как это делать? Смотри, сейчас с первого раза тебе покажу. Ну, что за обучение? Зачем мне знать это? Сейчас. Я не умею в говно это играть. Вот тебя и учат в говно играть. Так, я запись подрублю даже. Давай. И пукну. Так. Вот смотри, да просто вот берешь и так. Ой. Ой, где мои кулаки мои? Вот. Ну. О! О, я так. Нифига, а как ты это сделал? Ну, это помнишь, наша любимая, типа. Вот так. Ага, ага. И вот так. А ну-ка смотри, да теперь на меня посмотри. Давай вот где-нибудь. Надо, чтоб прозрачно, вот тут вот давай. Вот там стой, смотри. Ага. Че? Типа такого, да? Ну да, ты лагаешь, что-то там бегаешь. О-о-о. Жестко, да? Да. Так, нет, стоп. Ну, все, в принципе, понятно, что за игра для кого сделана. Красиво, да, было? Да, да, красиво. А ну-ка, давай ты теперь меня так зафигачь. Короче, это очень просто, ребят. Ёпс, туда. И вот как по тебе попадать, давай. Тут это что такое? Я б на тебя репорт. Ну это PUBG Mobile, знаешь, вот эта игруля мне вообще нравится. Короче, это делается очень просто. Просто подбегаете к углу, нажимаете залезть и прыжок резко бьете. Или наоборот. Сначала ударить, потом залезть. А, сначала ударить, потом залезть, да, вот так. Да-да-да. Опа! Ну да, игрулька. Смотри, как надо. Но это надо обязательно с кулаком делать. Потому что с оружием оно не будет так работать. Опа, какой. Сейчас. Оба забыгались. Сука. Это так выглядит ужасно. Как будто реально там софтишь что-то. Все, давай. Сейчас я финально покажу. Все-таки вот обучение. Подбегаете. И вот так вот. Опа. Да, вот так вот. И полетели. Опа, вот так. Жопа. Короче, не фейк это. Можете повторять, наверное, но я думаю, что за это банят. Хотя сами виноваты, сами виноваты. Кто банит? Короче, на вашу совесть, ребят. Кто в PUBG Mobile может тебя забанить вообще? Оказалось, что видео не фейк, да еще и очень просто делается. Нужно всего-то прожать удар с паркуром, и все, вас начинают телепортировать, а враги офигевают и кидают репорты. Но как мы и сказали, все это на вашей совести. Идем дальше. Третий видос из PUBG Mobile, который лично меня сильно удивил. Смотрим. На нем парень едет на даче, подлетает над домом, выпрыгивает и сразу садится в машину к тиммейту, который также пролетал над домом. Смотрится это ну очень красиво и безумно сложно. А кто выполнит этот трюк, если не мы? Так что погнали мучиться. Думаю, Артем обрадуется. Нет! Ай, помнишь, да, такое? Помнишь, да. Ну пошли сделаем, мы-то на кастом как-то не пробовали. Ужас. Да, Артём. Ну что думаешь, не фейк? Да говно какое-то полное, мы будем это 2 часа сейчас выполнять, и я никуда не пойду вообще. Так тебе никуда не надо уже. Это последний выпуск в этом году, Артём, ты понимаешь? А мне можно 100 тысяч до Нового года? А? Так, давай, наверное, на Милту упадем, там поищем дачи две. Давай. О, одна дача есть.
Так, это получается у нас вот это место. А, есть тут дача, он стоит прям. Где? Вот она, вот она. Оля, как она стоит. Что, давай с той стороны. Смотри, знаешь, как ориентируемся? Короче, вот по крыше дома, вот где этот треугольник, вот надо, чтобы чуть-чуть правее от него. И ты, и я. Хорош. Тогда, получается, я не выпрыгиваю, да? Ты выпрыгиваешь. Ну, давай, да. Давай. Сейчас я тут найду куст, с которого акзывать буду. Ты там по карте примерно смотришь, у нас одинаковый разгон был, адский. Так, ну ты скажешь, когда готов, да? Ну вот стой, чуть-чуть ближе подъедь, то разгон слишком разный. А, вот, все, пойдет. Все, давай. Ой, что там мало, по-моему. Да, маловато. Ой-ой-ой. Это что-то вообще жидко как-то, надо побольше разгон. Гоу. Обнова через 2 минуты в Папамбале. Гоу. Новый кейс обозреваем. Ой. А куда моя приора улетела? Ты что-то сильно разогнался, по-моему. А, моя приора на крыше стоит, понимаю. Че, готов газовать? Да, давай. Да, давай, суету наводи. Деп. Чел ты. Давай я тут уже буду, ты чуть поближе. Да, опять походу не то. Ой, да. Твою. Сейчас бы еще прибил тебя сверху крышей. Да. Говнёшка упала бы на меня. А, ну да, твоя вон перевернутая лежит. Понимаю. Опа. О, вот так вот, берем ее. Че такое? А ну-ка давай. Чё, не, давай. Надо дверь закрыть. Да, я дверь закрыл. Давай, к двери. Открывать? Да. О! Лайфхак. Лайфхак реально работает. Ты чуть поближе будешь или я подальше? Давай, я чуть поближе, давай. Гоу. Ой, стой, ну давай. Не-не-не, опять не то. Не-не-не, нормально. Отмена. Блядь, мага. Я бы сейчас раньше его полетел. А все, я перевернулся. Да ёпс, тудей. Давай, open the door. Давай. Да блядь. Че происходит? Я не могу, она у меня застряла внутри. Она у меня тоже внутри застряла. Отставит меня. Да сука. О, ну давай, Владивосток 2000. Проклятая дача какая-то. О! Наконец-то. Давай сделаем уже с первого раза, а? Да давай. Клоунада какая-то. Цирк, блять. Все, давай, поехали. Поехали. А, я на даче на своей лечу. Прямо наверху перевернулся, и поэтому говно лечу. Я видел, да. Ready. Чуть-чуть. О, сел. Сел. Чуть-чуть. О, сел. Сел. Ну это считается такое? Ну, считается, я же в воздухе сел. Что-то как-то жиденько, как будто. Эм. Ну ладно, давай, что это результат зафиксируем. Моя висит. А. Сука. Ну что это такое? Тогда точно считается этот результат, Артём. Да. Все, значит, это не фейк, короче. Трюк повторен, хоть и немножко жиденько, не так красиво, как с Audi TT, да? Но повторен. Ну. А то вот это вот, ребят, это вообще... Это моё висит. Это в Гарри Поттере, знаешь, это на дерево залетели ребята. Что, вердикт тогда, Артём? Вердикт, я хочу курочку с соусом карри. Хоть трюк мы выполняли очень долго, и получился он не так гладко, как у китайских коллег, а получилось все равно эпично. Особенно от лица Артёма. И можно смело сказать, что видео не фейк. Так что если будете пролетать над этим домом, можете смело выпрыгивать. Вдруг удастся кому подсесть. А мы летим дальше. Ну и последнее, четвертое видео на сегодня. Прям сегодня вас балую. За это с вас лайк. Итак, смотрим. На нем, судя по музыке, показывают рецепт арабской летающей машины. Просто переносят все иконки в одну, зажимают, и машина улетает. Причем такое видео не одно, и это наводит на мысль, а если эти видео не фейк? Давайте проверим. Там арабский фокус жесткий очень, как ты понимаешь. Там арманын вообще полный. Ну да, понял. Ну, я считаю, что это фейк, и
иду в этот, в KFC жрать курочку с карри. Я считаю, что это только в арабских странах работает. Только на арабских версиях такое работает. Поэтому... На арабском сервере только работает. Да. А тут как бы у нас Европа, Северная Америка, как бы Арабии нету. Поэтому, скорее всего, не будет. Ну, давай посмотрим. Арабия — это кофе такой. Проверял я в соло без Артемки, так как для этого нужен именно телефон. Так же, как на видео все иконки смял в одну, все четко по рецепту. Перемешал, сохранил, нажал, и нифига не случилось. Кстати, на удивление, дача поехала, но вот лететь никуда не хотела. Так что тут очевидный фейк, арабы вас водят за нос. Ведь секрет настоящих летающих машин они не раскроют никогда. Так же, как и секрет пуль, убивающих за километр. А на этом у меня сегодня все. Такой вот 63-й выпуск, последний выпуск в этом году. С наступающим вас Новым годом, счастья там, здоровья, всяких дел, короче, чтобы все желания исполнялись. Вот, вы подписывайтесь, пожалуйста, исполняйте мое желание в виде миллиона подписчиков. Ставьте лайки, пишите комментарии, а на этом я с вами прощаюсь. С вами был я, Илья, и KSNX, Артем Лифанов и, конечно же, Дед Мороз. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.